Рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. В текущем видео выполняю расклад по вашей просьбе. Оставила одна из подписчиц в комментариях на YouTube просьбу выполнить расклад на тему, будет ли сопернице откат за ее магические воздействия. Но хочу, скажем так, нести некоторое предисловие. А именно, для того, чтобы посмотреть, будет ли откат, для начала нужно посмотреть, есть ли вообще негатив на вашем партнере. Поэтому работу с вами построим таким образом. Я выложу 8 арканов, сигнификаторов, которые в целом покажут, есть ли негатив, если да, он имеет место быть, тогда мы будем смотреть, будет ли откат вашей конкурентки. Работаем мы сегодня с Таро Нефертари, золотая колода. Работаю я на прямых и на перевернутых арканах. Я думаю, многим тем, кто меня смотрит, это уже известно. Ваша задача расслабиться, настроиться на результат, проговорить свою дату рождения вашего партнера. Если она вам неизвестна, то просто визуализируйте образ своего партнера. И проговаривайте, пожалуйста, про себя вопрос. Есть ли на вашем партнере магическое воздействие именно со стороны соперницы? На нем в целом может быть магическое воздействие, да, но не от нее. Именно со стороны той соперницы, о которой вы догадываетесь, либо которую вы знаете. И уже как второй вопрос, будет ли это за это откат. Так, есть ли магическое воздействие на партнере со стороны соперницы? Для тех, кто выбрал первый, второй, третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой варианты. Пожалуйста, сосредотачивайтесь, настраивайтесь и выбирайте. Расклад является универсальным как для мужчин, так и для женщин. Если вы мужчина, у вас есть сомнения по поводу того, если на вашей девушке негатив, можете эту информацию перепроверить. Итак, давайте смотреть. Для тех, кто выбрал первый вариант. Есть ли магическое воздействие со стороны вашей соперницы? Здесь у нас падает паш Пентакли. Но по пажу Пентакли нет. Это больше карта опыта, карта обучения, либо попытки привязать, знаете, каким-то... Либо, если, например, есть ребенок, то ребенком. По пажу Пентакли это могут быть какие-то материальные блага. Сам по себе аркан часто указывает на подклад, но это не карта магического воздействия. Поэтому, если вы думали о том, что здесь дело рук соперницы, то нет. Вы здесь ошибаетесь, и на вашем мужчине нет негатива. Для тех, кто выбрал второй вариант. Здесь у нас падает девятка кубков. А по девятке кубков велика вероятность. Объясню почему. Потому что девятка кубков очень часто указывает на ситуацию привязок. В первую очередь сексуальных. Поэтому давайте уточнять, что же здесь. Будет ли здесь за это откат. Так. Ну вот, однозначно идет привязка к мужчине. Здесь падает сопутствующий аркан император. Будет ли вашей барышне за это откат? Ну, смотрите, отката здесь я не вижу. Семерка кубков нет. Отката она здесь не получит. Потому что по этой карте работа выполнена грамотно, работа сделана корректно. Здесь стоит в целом замок на эту работу. Поэтому, если вы спрашиваете, будет ли откат, нет. Ну, тут либо вам нужно обращаться к специалисту, который просто это будет снимать. Тогда будет откат. В данном случае, если вы оставите все как есть, я не вижу, чтобы ей это пошло в обратку. Так, для тех, кто выбрал третий вариант, есть ли воздействие? Ну, тут, говорится, гадалки не ходить, по дьяволу есть 100% карта привязки, карта магического воздействия. Давайте смотреть, будет ли ваша соперница за это откат. Будет, и будет хороший, перевернутая тройка мечей. Прилетит так, что, знаете, говорится, мама, не горюй. Особенно, если вы работаете с толковым практиком, сделать это грамотно. Давайте посмотрим, по какой сфере ее пробьет. На что, на, к чему прилетит? Непосредственно ней, либо может по родовому колену.
Так, что у нас здесь? Перевернутая королева жезлов. Ну, по этой карте прилетит либо непосредственно ей, либо это прилетит непосредственно женщинам по ее роду, либо в ее окружении. То есть, быть мама, сестра. То есть, вы не думаете, если кто-то делает приворот, то возвращается именно ему. Нет, не обязательно так. Это может сказаться на родственниках, кто-то может заболеть. Либо это может быть в целом, да, дочь, например. Но если смотреть так образно, по перевернутой королеве жезлов, сейчас даже дотяну сюда карту. Так, здесь у нас падает перевернутый король жезлов. Ну, вот то, что она постоянно будет в отношениях на вторых ролях. Ей здесь пробьют именно в плане личной жизни. Потому что, видите, и мужчины в окружении будут. Но, видите, не клеится. Это вот постоянно будет на вторых ролях и не будет пары. Постоянно с кем и какие мужчины бы не попадались, постоянно будут разрыв взаимоотношений. Поэтому здесь отольются вам ваши слезы, не переживайте. Это все прилетит сопернице обратно. Здесь справедливость восторжествует. Так, для тех, кто выбрал четвертый вариант, что же у нас здесь? Ну, по пятерке мечей. Это больше карта, знаете, не приворота. Это здесь идет либо рассорка, либо остуда. Давайте смотреть, что же здесь конкретно. Ну, это, знаете, сделано с какой целью? Она пытается к себе человека вернуть, потому что, опять же, перевернутая пятерка мечей, это когда пытается, знаете, собрать из осколков то, что было ранее. Ну, то есть, знаете, как попытки склеить разбитую чашку. Так, ну что же здесь? Ну, карта маг. Есть негатив однозначно. Будет ли все-таки это ей в обратку? Ну, смотрите, в связке с дураком у нее здесь будет пятерка мечей. Закрытие дорог. Давайте посмотрим, на что конкретно. Дурак либо часто указывает либо в целом на закрытие дорог, либо на ситуацию сумасшествия. Здесь может пойти либо биполярное расстройство, либо вообще может даже попахивать шизофренией потом впоследствии. Так, и у нас здесь падает перевернутое солнце. Ну, это просто будет точно закрытие дорог. Видите, в связке все карты. То есть не будут, это знаете, вот сама по себе ситуация, как будет ухудшение во всех сферах жизни. То есть не в какой-то конкретной там личной жизни, да, или так далее. Вот, маг, дурак и перевернутое солнце. Это, вы знаете, как человек сам у себя украдет удачу, украдет какие-то возможности. Ну, как говорится, за что боролись, на то напоролись. Так, для тех, кто выбрал пятый вариант. Здесь у нас падает перевернутая десятка жезлов. Я вам скажу так, я не вижу здесь никакого магического воздействия. Здесь просто отношения, да, эмоционально тяжелые. Человек не знает, отпустить их или нет, или за них бороться. Но никаких приворотов, привязок и воздействия по этой карте здесь нет. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Ну, по шестерке пентаклей. Здесь только материальная заинтересованность. И это не карта привязок, приворотов, либо каких-то воздействий. Здесь, может быть, есть попытки удержать мужчину либо совместно нажитым имуществом, либо нежелание его терять. Сейчас давайте даже сюда уточню по этой карте. Так, здесь у нас падает перевернутая семерка мечей. Ну, это потому, что у мужчины жизнь на два двора. А со стороны девушки, это вот, знаете, желание удержать этого мужчину из-за материальных ценностей. Но я не вижу здесь привязок. Поэтому, если вот так, ну, перевернутая семерка мечей, это вообще как бы, ну, это не ситуация крадника в связке с шестеркой пентаклей. Это просто желание этого мужчину удержать, терпеть какие-то его загулы налево, потому что здесь хороший, стабильный материальный тыл. Для тех, у кого седьмой вариант. Ну, здесь по жрице 100%, да. Это и так очевидно. Жрица – карта воздействия. Так, давайте смотреть, будет ли ваша соперница откат. Будет ли откат? Будет и хороший. Карта смерть. Смотрите, делалось либо через некромантику, да, то есть через покос, через кладбище. Но вы же поймите, вот даже сопутствующий аркан, перевернутая четверка мечей, здесь указывает на то, что вот эти ее активные действия против нее же в обратку и пойдут. Четверка мечей перевернута. Либо здесь сделано неправильно, некорректно, либо, скажем так, не к тому специалисту ваша барышня обратилась. Потому что здесь она не только, скажем так, особого результата-то и не поимеет, все быстренько сойдет на нет, но и схлопочет себе еще капитально в обратном направлении. Так, ну и для тех, кто выбрал у нас последний восьмой вариант, перевернутая двойка мечей. Я сейчас эту карту уточню, потому что здесь все-таки
Не всегда эта карта указывает на воздействие. Она больше указывает на то, что люди пытаются, либо эта женщина пытается его привязать к себе, невзирая на здравый смысл. Так, здесь у нас перевернутый рыцарь кубков. Ну, что я могу вам сказать? Ну, здесь привязка есть. Но какого рода? Через что она сделана? Через перевернутую семерку пентаклей. Здесь больше идут вот по этим связкам, как вам объяснить. Это не магия черная, да, там сделана, как говорится, привязки, остуды, привороты. Нет, здесь идут попытки восстановить семью через какие-то заговоры, либо через какие-то молитвы. Но это не некротика. Ну, то есть, если вы здесь думали о том, что будут привязки через какие-то магические воздействия, нет. Здесь могут быть заговоры, либо в целом церемониальная церковная магия. Вот по восьмому варианту. Вот таким вот вышел расклад. Не знаю, насколько он для вас будет полезен или информативен. Хочу напомнить, что, смотрите, расклад общий. И здесь он будет работать только если у вас работает интуиция. Поэтому, когда вы не пишете вот неправильно, не полностью не проигрывается мой вариант, значит, в таком случае пересмотрите все варианты, посмотрите, есть ли вариант похожий на ваши. Это делается для того, чтобы сопоставить, работает ли у вас интуиция в принципе, проигрывается ли ваша ситуация в каком-либо из раскладов. Но я в любом случае вам буду признательна за обратную связь. Оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за просмотр. С вами была Ева Лекцер. До новых встреч.